В Елабужском институте КФУ начал работу 10-й международный фестиваль школьных учителей, который привлек рекордное количество участников. Почетным гостем фестиваля стал государственный советник Татарстана Митимер Шаймиев. Я с большим удовольствием, дорогие друзья, дорогие наши юные друзья, хочу представить вам нашего уважаемого гостя, государственного советника Республики Татарстан, первого президента нашей республики, Митимира Шариповича Шаймиева. И хочу, давайте попробуем. И хочу сказать большую благодарность, Митимир Шарипович, ведь именно в 2007 году по вашей инициативе вы, президент Республики Татарстан, запустили эту замечательную акцию, которая по сей день живет и радует наших будущих первоклассников. По традиции, будущие первоклассники получили здесь свои первые портфели и тетради. Важно отметить, что форум на площадке Елабужского института КФУ проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Огромное спасибо за то, что мы в очередной раз нашли очень много интересного для того, чтобы вновь собраться уже в 10-й раз и обсудить те новые подходы, которые мы каждый год вместе с вами обсуждаем, оцениваем, либо смотрим, как они внедряются в жизнь. В это же время в Японии проходит форум Всемирной ассоциации исследователей в образовании. И ректор КФУ возглавляет в Токио делегацию Казанского университета. Несмотря на это, он смог обратиться к участникам фестиваля в Елабуге с помощью видео. Я еще раз хочу поблагодарить всех вас за нашу совместную работу, за то, что вы находите время и приезжаете к нам. Отдельно хочу сказать, что предстоящий фестиваль и сегодняшний день у вас, наверное, будет очень насыщенным и интересным, поскольку вместе с вами сегодня в работе фестиваля принимает участие и первый президент нашей республики Митимир Шарипович Шаймиев, человек, который стоял у истоков нового Татарстана, гостями которого вы все сегодня и являетесь. Изюминкой церемонии открытия фестиваля стало приветствие Рамиля Багавиева, выпускника, набравшего 399 баллов ЕГЭ из 400 возможных. В качестве университета им был выбран Казанский федеральный университет. На современные, твердые, надежные ноги встает наш университет, ректором которого является ваш земляк, который приветствовал, он беспокойный человек из Японии. Потому что при всем глубочайшем уважении, и они заслуживают это уважение, плеяда ученых, и по многим направлениям Казанского университета и создаем, уже догоняя самих себя, может быть, и многие направления в мире, счастье медицины. И вы можете, елабужане, гордиться тем, что человек, который вы научили, поставили на ноги, значит, дали путевку в жизнь, это тоже ваш. Успехов всем елабужанам у истоков образование и возвращение медицины в университет тоже получается выстоять. Первым докладом в рамках фестиваля стала открытая лекция Митимера Шаймиева. Новым проектом первого президента Республики Татарстан является создание школы нового типа «Адымнар». Ключевым здесь является полилингвальный подход. Включаем мы все детские сады, значит, дошкольное образование. Единая программа будет, единая программа. Подготовка кадров. Хорошо, что сейчас Госдума внесли законопроект, об этом мы давно говорили, при нехватке кадров, почему старшеклассникам не давать возможность, особенно по иностранным языкам, пусть начинают преподавать, там так и так им нужна практика. Разговор на эту тему продолжился в главном корпусе Елабужского института КФУ. В рамках мероприятия модераторами организовано более 100 мастер-классов. В качестве слушателей форум посетят более 500 учителей из разных регионов России и зарубежья. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.